Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня нашу рубрику «100 грамм красоты» посетила необычная красавица из линейки кукол Барби. И нет, это не я. Ладно, шучу. Вот она рядом. А предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Белевикс или ищите по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А мы начинаем рассматривать эту чудесную куколку. Барби, богиня солнца, это фантазийная кукла из раритетной на сегодняшний день серии Goddess of the Sun легендарного дизайнера Боба Мэйки, который уже более 25 лет разрабатывает костюмы для Бродвея и телевидения. Производитель данного кукольного шедевра, конечно, компания Mattel. Тяжело поверить, но выпуск данной куколки был произведен в 1995 году, и на данный момент эта Барби занимает 8-е место в коллекции Боба Мэйки и предназначена для взрослых коллекционеров, увлекающихся профессиональной модой и авторскими куклами. Дизайнер делал акцент в данном случае абсолютно на желтом цвете. Итак, рассмотрим платье. Богиня солнца демонстрирует аутфит, собранный из длинного обтягивающего гламурного платья. Оно украшено почти 11 тысячами пришитых вручную пайеток и бус. Игристый лиф и юбка подчеркивают эту тонкую и ослепительную куклу богини. Руки богини солнца прикрыты золотыми крыльями. Они расшиты бисером и пайетками. Концы крыльев выглядят как факелы от раскаленного пламени. Величественный головной убор в виде восточной челмы прикрывает желто-золотые волосы богини. Ушки украшены золотыми серьгами в форме сказочного солнца. На пальце рук имеется золотой перстень. У данной Барби мягкий мейк. Глаза сине-голубого цвета, губы алые. Все это безумство блесток, бисера помогает сформировать божественный образ фантазийной Барби солнца. Куколка поставляется в картонной коробке желтого цвета. Внутри упаковочного набора приложены отдельно желтого цвета туфли и подставка. В коробке также содержится эскиз дизайна куклы с подписью ее творца Боба Мэйки. Смело картину эскиз можно разместить в рамку и на стенку. Вот и антиквариат готов. Можно точно сказать, что ослепительная кукла богиня солнца серии Goddess of the Sun 1995 года выпуска может занять почетное место в коллекции взрослого коллекционера. Поистине не кукла, а 100 грамм чистого золота. Красота – великая сила, красота спасет мир. А вам нравится эта кукла? Пишите в комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, ставить лайк под видео и находить меня ВКонтакте и Инстаграме. А предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Белевикс. А также вы можете найти их по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. Все ссылки ждут вас в описании. Be cool and crazy. Мы с этой чудной барбейкой прощаемся с вами, но ненадолго. Пока-пока!